Несмотря на отсутствие каких-либо значимых результатов, так называемого контрнаступления, мы уже прошли весеннее контрнаступление, летнее контрнаступление, пришла осень, вот сейчас осеннее контрнаступление. Западные кураторы Украины, не отступают от своего бесчеловечного принципа «оружие как путь к миру». США и их союзники продолжают вооружать вооруженные силы Украины, а киевский режим кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы на убой. Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению.